крышку поставил, что нагрелся, все. Теперь уже готов. Леша готовит плов. Не, я как этот, не стукан, я опять эти будут колодка. Который получил дозу дыма. Я снимаю. Не, на чем сидеть просто? Я вам бочу достал там, ребят, вон у гаража. Сейчас шустрее пойдем. Да, лучок. Я тебе потом видео скину, как ты плов готовишь. Ты его там сделаешь сам. Дамирка, не облизывайся, плов еще не готов. А вы тут приготовили? Нет. Не, пока хватит дров. Да кость босса, она присушится. Да, морковка. Сейчас, маслица. А нам масло. Не вода, нам масло надо. Ну, хотя бы так. Все. Так, убираем. Красота. Приправка пошла. Ох, блин. Вот осера. И люди после этого вообще есть это будут. Вот что интересно. После чем он тут засыпал. Не будем говорить чего. Секрет. Заяц где-то там ржет. Он там ходит, гогочет. О, да. Да, тяжелая артиллерия. Так, все, пока больше не это. Не кидай дров пока. Уже все как пошло. О, красота какая. Леша, огонь убавить? Конечно. Оставить вам ту кость, которую не дожарить. Дядя Саша, все снят, вон на видео. Чего? Чтоб тебе кость оставить, как ты просил. А крисик пошел. Пошел рис. Сейчас ты мне скажешь, еще я побегу еще за рисом, я еще куплю. Не, хватит. А что, он, насколько он увеличится в объеме? Нам же надо... Три раза. Три раза? А то он, видишь, тут широкое дно. Давай еще килограмм. Ну, давай. Плохо, когда два повара на кухне. Не, просто не первый раз на 10 литров, я же не в курсе. Володь, давай, мы его не съедим столько. Я на ужин возьму. А я? Смотри. У меня жены нет, не готовить некому. Ну понятно. Я на ужин возьму. А я? Мне жена готовила плов, я уже его съел. Еще. Где много? Еще. Нет, я сейчас еще рис, наверное, принесу. Давай килограммчик еще возьмем. И может приправу всю тогда? Ну есть еще, тогда можно еще. Есть, конечно. Мяса-то много. Я мясо не проживаю. Я сейчас съем его, блин. А нет, уже не достану. Надо было тебе сказать, что я сырое люблю. Красота. Тогда все оставляй, я погнал. Так, все. Тогда ровно.